Всем большой привет, меня зовут Варя, и сегодня у меня будет такое небольшое видео, надеюсь. В общем, сегодня у меня произошла такая интересная ситуация. Я давно не снимала видео, но это я сниму просто на телефон и выложу оно как есть. Вот. Многие знают, что у меня есть кошка, которая не стерилизованная. Ну и понятно, что она будет как бы приносить котят. Но два раза она уже пыталась принести котят, но у нее ничего не получилось, потому что первый раз мы вообще не знаем, куда они делись. Наверное, их съели коты, мы так думали. Во второй раз котята родились недоношенные, то есть они были без волос вообще родились, то есть, ну, как лысенькие, можно назвать вот так. И она их съела. Ну, в этом нету ничего такого, просто кошка сама понимает, если котята непригодные к жизни, так сказать, ну, то есть не выживут, поэтому она их съедает, вот, чтобы они как не мучились. Ну, если я уже заговорила о котятах, значит, у меня тоже появились котята, только уже не какие-то нездоровые или пропавшие. Они у меня появились совсем нормальные, хорошие и... Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А сейчас я пойду вам их первыми покажу, потому что из моих домочадцев их больше никто не видел. Вот. Тут первая моя кошечка, лапочка ходит. Это она их и родила. Вот. Позже я покажу, я записывала на листочке, кто первый, кто второй родился и так далее, в общем. Вот, ну пошлите. Вот, мы тут пришли. Вот их, можно сказать, хата. Сейчас мы тут включим свет. Вот, лапа тут ходит. Я не могла свою кошку загнать, чтобы она была именно вот в своем, так сказать, домике. Вот, мне приходилось лезть за своей кошкой на второй этаж туда. У меня он еще не достроенный до конца. Вот, в общем, она, вот я ее туда посадила, чтобы она, ну, как бы, что ли, ну, не забралась куда-нибудь домой, там, например, в шкаф она хотела забраться, и там не родила котят на всех моих вещах, в общем, вот. И вот, собственно, это так большая коробочка, которую она любит. Вот она такая вот, в принципе, большая. Ладно, это вот одеяло, на котором лапа любила спать. Вот, я его туда постелила, оно такое, в принципе, большое, и им хватило. Ну ладно, давайте уже открывать их. Вот они, маленькие. Вот. Вот, они тут все у меня серенькие такие, масенькие, красивенькие. Да, правда, тут, короче, пятна, но это лучше не показывать, наверное. Вот. Вот тут. Они еще, конечно, слепые. Они тут, короче, заснули. Их лапа накормила своим молоком. Вот. Сейчас я как вспомню. В общем, вот это вот вроде первый котенок, да. Они просто так. Ну да, вроде вот это первый котенок самый. Это второй котенок. Он такой, знаете, темный и с пробелами такого рыжеватого. Знаете, я где-то у нас на улице такого видео дрогнулся. Вот. Потом. Третий – это вот этот котенок. У него там, короче, видно, что у него белая мордочка. Я его запомнила. Чё? Да не съедим мы их. Вот. А это самый последний, четвертый котенок. Мы вообще не ожидали, что он родится, но он родился. Не то, что там были какие-то проблемы, но нет. Он просто родился потом, ну, как бы, промежуток времени был такой. 2 часа, ну, около того. Вот, и мы подумали, что уже, наверное, все, 3 котенка вот этих вот. А потом вот, ну, третий родился. Ну, вот. Вот Кыся сидит. Мамка. Вот туда я принесла этот листочек, на котором я записывала. В общем, чтобы все понятно было, я скажу. Вот этот первый котенок, первый самый, родился такого-то вот числа в 2 часа 14.35, в общем. Второй котенок родился в... 15.37, то есть вот, ну, почти ровно час где-то, вот тут минутки. Вот, потом третий котенок родился, меньше часа прошло, в 16.19. И самый последний котенок родился в 6.45, то есть
такой вот промежуток времени мы уже не думали, думали. Да, ну, наверное, уже все, три котенка как бы. Она и в прошлый раз их тоже три котенка приносила. Вот, ну мы и так и подумали. Ну вот, родился и четвертый. Все остальное время, что я сейчас снимала котят, рядом была, она такая всегда смотрела: не снимай меня, я не хочу. Вот, а котята тут дрыхнут сейчас. Свернулись вот эти в клубочек, а там он четвертый. Ой, ну в общем, вот он. Так. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр этого небольшого видео. Ждите еще новое видео с распаковкой. Оно выйдет буквально... буквально так же, сразу же, после вот этого видео. Потому что я его тоже сниму на телефон, решила не буду монтировать, просто сниму, распакую, покажу вам и все. Вот. Ну, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и увидимся в новых сериях. А еще скоро покажу и выйдет новое видео про моих новых питомцев маленьких. Но они появились еще до котят, поэтому я долго монтировала видео, как обычно. В общем, все, всем пока!